Продолжаем старт-шоу. Михаил Акселрод в Индии. Этот проект у нас уже был, но у него есть какие-то фантастические новости, от которых мы просто не можем умолчать. Белеет парус одинокий в тумане. А, ну, собственно, почему одинокий? Ну, потому что попал не в то место, не в то время, поэтому одинокий. В Индии не было. В аду был? Вот он, да, вот он одинокий. Соответственно. Итак, добрый вечер. Я Михаил Акселрод, проект в Индии. Скажите, господа, вы прогнозу погоды доверяете? Да. Я никогда. Поэтому погодой занялся. А кто знает, какая будет погода? Вот, на мой взгляд, лучше местных не знает никто. Вот ровно поэтому мы совместили профессиональный прогноз ветра, погоды, волн, приливов, отливов с местным знанием, с комьюнити. Особенно это важно для таких ребят, как я. Это серферы, виндсерферы, кайтеры, яхтсмены и так далее. Те, кто занимается активным образом жизни. Никто не знает, что будет на Мальдивах, на Тайване. Поэтому все просто. Точка. Прогноз. И сразу попадаем в локальный чат. Местные знают все. Не верим прогнозу? Видим локальный чат. И эти местные прекрасные парни рассказывают вам обо всем. Куда сходить? Будет дуть, не будет ветер дуть, не будет дуть. В какую кайт-школу посетить? Да, какие рестораны? Что находится на побережье? Вы спросите, а где деньги? Я отвечу. Все просто. Модели две. B2B и B2C. Итак, профессиональные Pro Features для пользователей. Кастомизированный прогноз, уведомления о наступлении необходимых условий. Ровно на этом мы заработали за прошедший квартал $30 000. Сейчас у нас почти 1 миллион пользователей. Вот там написано 800 тысяч, на самом деле больше. Наибольшее число пользователей у нас в США, в Западной Европе. Ну и, соответственно, B2B модель. В этом приложении мы показываем все эти локальные бизнесы, к которым мы и приводим пользователей. Создаем локальные комьюнити и их монетизируем. То есть как у нас обратная аббревиатура от тех вот ребят, которые звучали, у нас B2C2B. То есть мы собираем людей и перепродаем их, соответственно, в локальные комьюнити. Перепродаем эти локальные комьюнити бизнесам. Бизнесы получают новых клиентов, клиенты получают скидки, а мы получаем процент. Все нормально, на эти 2% и живем. Ну, последние 5 недель мы очень здорово ускорялись в финском акселераторе стартап-сауна и представляли наш проект на сцене мирового стартап-форума Slash, участвовали в Slash 100 Pitching Competition. Так что, господа инвесторы, судя по тому, что за прошедшие 6 месяцев с того момента, как мы этот зеленый проект представляли на этой сцене, когда в конце апреля, наша пользовательская база увеличилась 8 раз, мы идем правильным курсом, так что добро пожаловать на борт, и места пока есть. Пока. Спасибо. Вау, круто. Я бы хотел от себя добавить вот еще такую вводную, да, то есть тут вообще серферов-то много, ребят, кайтеров, серферов, нет? А яхтсменов? А яхтсменов, о, есть парочка одиноких. А рыбаков? Сердец. Рыбаков больше, а рыбачек? Ну так вот, а есть строители в нашем зале? Или люди к девелопменту относящиеся? Есть, да? Как в нашей стране, может быть, это полезная штука для строителей, в двух словах? На 30 секунд. Ну, давайте простой пример вот расскажу. У нас, нам пишут наши пользователи, вот каждый день получаем писем 60, наверное.
нам пишут операторы башенных кранов о том, что наше приложение, которое показывает точный прогноз ветра и его порывы, очень им помогают. Вот в Штатах это приложение для этого просто огонь. Ну вот это так навскидку. Ну вот я это и хотел, чтобы ты сказал. Спасибо тебе огромное. Ваши аплодисменты.